Это вертикальные модели кальянов «Наносмог». У них колба из акрилового оргстекла и шахта из нержавеющей стали. Сталь IC-304. Шланг присоединяется к кальяну через магнитный коннектор. Такая система сопряжения шланга и корпуса в модели Box Acid и Nanosmoke One. В модели Box соединяется шланг при помощи обычного коннектора через силиконовый уплотнитель. Под блюдцем располагается радиатор, который заменяет примерно 13 сантиметров шахты, ее длины. В комплект к кальяну Nanosmoke One Pro идет подсветка на пульте дистанционного управления. Мы можем поменять цвет или режим переливания. В остальных кальянах подсветки нет. Кальян Nanosmoke Box Acid, он светится сам по себе, ему подсветка не нужна. В стандартном комплекте идет мундштук из оргстекла, но его можно заменить на мундштук из алюминия с носиком из нержавейки. В комплекте идет компактное плоское блюдце, но его можно заменить на большое и глубокое. Кальяны моются губкой для посуды, потому что у них большое отверстие, и туда с легкостью залетает рука взрослого человека. Это касается всех трех моделей. Кальяны различаются ценой и толщиной материала корпуса. Вот, например, Nanosmoke One, у него толщина стенок 6 мм. У Nanosmoke Box у него толщина 3 мм. А у Acid у него от 5 до 3 мм. То есть их толщина соответствует цене кальяна. И у них по-разному наливается количество воды. Если вот у двух правых кальянов воды наливается по уровню достаточно немного, то у Nanosmoke One там воды примерно в полтора раза больше наливается, что способствует охлаждению гораздо более эффективному. Рекомендуется к заказу call-out классический и классическая чашка, которые не идут в комплект к этим кальянам. Также хочется заметить, что для любого кальяна, даже у которого нет магнитного коннектора, можно сделать дооснащение и приобрести магнитный коннектор, который будет функционировать так же, как у более старших моделей. Все.